Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы выполним задание Lesson 40, урок 40, Exercise 4, упражнение 4. Джим и Джилл решили отметить день рождения своего любимца Рекса. Прочитай рассказ, перечисли подарки Рекса. We have got a pet. It's a nice big black dog. Its name is Rex. Rex is 3. Rex's birthday is on the 28th of February. We have got a big birthday party. Rex's friends come to see us. They are a red and white cat, Moosey, a grey dog, Doggy, and a white rabbit, Patrick. They play hide and seek. They have got a birthday cake, meat for Doggy, ham for Rex, carrots for Patrick and fish for Moosey. They are happy. Rex has got a lot of presents, a red ball, a nice teddy bear, and a bone. Happy birthday to you, Rex! У нас есть домашнее животное. Это красивая большая черная собака. Ее зовут Рекс. Рексу 3 года. День рождения Рекса 28 февраля. У нас большая вечеринка в честь дня рождения. Друзья Рекса пришли к нам. Это рыжая с белым кошка Муси, серая собака Догги и белый кролик Патрик. Они играют в прятки. У них есть праздничный торт, мясо для Догги, ветчина для Рекса, морковка для Патрика и рыбка для Муси. Они счастливы. Рекс получит много подарков. Красный мяч, красивого плюшевого медведя и косточку. С днем рождения тебя, Рекс! После того, как мы прочитали и перевели рассказ, необходимо перечислить подарки Рекса. Итак, в предпоследнем предложении Rex has got a lot of presents: a red ball, a nice teddy bear, and a bone. Перефразируем данное предложение. Rex has got a red ball, a nice teddy bear, and a bone. Rex has got a red ball, a nice teddy bear, and a bone. Rex получил красный мяч, красивого плюшевого медведя и косточку. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.